Итак, дорогие друзья, все, собираемся на урок. Кто сегодня первый? Давайте посмотрим, кто сегодня первый заходит в Дом учения, виртуальный наш Бет-Мидраш. Дом учения, тот забирает награду всех. Ну, кто у нас первый? Всем привет. Кто первый? Виктор Комиссарук или Яков Шатани? Нету ни того, ни другого. Все к шабату готовятся. Наверное, все готовятся к шабату. Так, ждем посетителей. Но если никого не будет, значит, буду все равно урок проводить. В записи будем. Будем в записи смотреть. Хорошо. Значит, все, мы начинаем. Сегодня у нас третья глава. Начинаю. Виктор Комиссарук, опять первый. Витя, привет. Шаббат шалом. Молодец. Чтобы с Божьей помощью в заслугу, что ты первый приходишь в Бет-Мидраш, чтобы Бог тебе дал все, о чем ты просишь, молишься, чтобы Он тебе все дал. Это как Иошуа бен Нун приходил первый в Бет-Мидраш и, значит, стал потом царем над Израилем. Как? Никого? Уже есть три человека, там, показывает, три человека есть смотрящих. Хорошо. Все, дорогие друзья, сегодня мы идем быстро, активно, потому что шаббат, и надо много успеть до шаббата. Значит, третья глава, седьмой отрывок. До этого нам объяснял царь Соломон, что «Птах эляшем беколи беха» – «Положись на Бога всем своим сердцем и на свою сообразительность не полагайся, потому что, в принципе, просчитать ты ничего не можешь». То есть, если взять два рычага – сообразительность, логика или бетахон, то бетахон сильнее. То есть, бетахон намного, намного сильнее. Теперь… Значит, следующий отрывок был «Беколь драхеха деяву» – на всех своих главных магистральных путях правильно расставляя приоритеты. «Познавай его в уяшер архатеха» – и он выпрямит твои дорожки. Тоже понятно. Теперь сейчас седьмой отрывок, он не такой понятный. Седьмой отрывок, он звучит так. Седьмой отрывок звучит «Альтие хахам бейнеха», «Альтие хахам бейнеха», «Ира эт ашем весур мира». Не будь хахамом в своих глазах, бойся Бога и отодвинься от зла. Значит, здесь как эта штука работает? Значит, вот божественное знание Тора, это некая система, то есть Моше Рабейну получил Тору от Бога и передал народу Израиля. Там написано, что это делай, это не делай, тогда, причем интересно, что есть вещи, которые иногда они плохие, иногда хорошие. Например, кушать хлеб. На шаббат надо, а на Песах не надо. Все, неделю без хлеба, только маца. Или, например, что еще есть такое? Йом-Кипур кушать не надо, а Рош ха-Шана кушать надо. И два праздника, но по-разному. Или, например, рыба. Рыба. Рыба плавает в море, отлично. Но не всю рыбу можно есть, а только ту, у которой есть плавники и чешуя. То есть вещи непонятные, непонятные, очень много вещей непонятных и логика не схватываемых, да? Но в этом-то весь и прикол, что Бог сказал, смотрите, я Бог, я хозяин мира, я даю вам жизнь, я даю вам все, я даю вам систему. Пожалуйста, вы должны слушаться, чтобы вы могли выбрать, ну то есть, чтобы была реально интересная игра. У тебя есть внутреннее сопротивление, ты должен все время себя побеждать. Теперь, но вот это вот Тора, а это как внешнее, такое, как ты ребенку говоришь, нельзя кушать конфеты. А ребенок такой смотрит, но он же все равно будет кушать. То есть как его заставить не кушать? Его можно только испугать, потому что он еще собой управлять не может. И внутри каждого человека сидит ребенок вот такой, который с него Тора слетает вот так вот, прямо вот это вот все... мне нужно, правильно и так далее. Поэтому если говорят, что ну вот он же религиозный человек, он грешит. Какой он религиозный? Он религиозный, который грешит. То есть он верит, но в какой-то момент с него слетает эта штука. А вот дальше начинается самое главное. Когда оно слетает, остановить его может только страх перед Богом. То есть страх – это очень сильное чувство. И когда ты хочешь эту штуку, ну, чтобы она у тебя осталась, да, Тора, то только через страх надо идти. Потому что любовь, она очень сильная вещь, но страх сильнее. И иногда человек, он любит жену, а ходит к любовнице. И он и жену любит, и любовницу любит. То есть на любви. А если жена его сковородка раз бахнет по голове, и муж любовницы ему ноги сломает, битая, бейсбольная,
то тогда уже, конечно, он к любовнице не пойдет больше. Все, понятное дело. Так же говорят, что нужно два крыла, страх и любовь. И без одного все равно первичен страх в служении Богу. Почему? Потому что без этого страха большинство людей не удерживается в служении. Понятно, да? Без любви тоже тяжело. Правильно, когда у тебя есть страх, тогда уже любовью ты это все не смазываешь, а украшаешь, оборачиваешь все. Хорошо. Значит, альтия хахамбейнеха, имеется в виду, не выдумывай себе Тору, не выдумывай себе, кто-то мне говорит, там ты сможешь в шаббат приехать, из неевреев. Я говорю, в шаббат нельзя ездить. Да ладно, у меня были друзья евреи религиозные, так они в машину клали бутылку с водой. И они как будто бы плыли. Я говорю, в смысле? Плыть же на корабле в субботу можно? Так они на корабле плыли. Я говорю, слушай, можно разное себе выдумывать. Это же бред. Нет, это вообще не религиозно. Да. Но есть люди, которые это называются быть хахамом в своих глазах. То есть выдумывать Тору. Что-то где-то слышал, что-то где-то добавил. Это самая страшная стадия, когда люди чего-то нахватались чуть-чуть. И дальше они начинают себе выдумывать свою Тору. А люди со стороны, когда на них смотрят, думают, вот это Тора, вообще сумасшедшие какие-то. Я много раз видел, как люди, когда становились религиозными, они сразу надевали на себя штраймы, выращивали вот эти пейсы, бороду. А потом они все это там через месяц сбривали и все. Потому что Тора это не внешние проявления. Тора это способ жизни, способ смотреть на мир. Это целая такая система. Если человек был нерелигиозным, то ему достаточно тяжело и сложно себя перестроить, чтобы полностью стать вот этим религиозным человеком. Хорошо, значит, и поэтому сказал нам Шломо ха-Мелех, не будь хахамом в своих глазах, бойся Бога и отдаляйся от зла. Самое главное, зло это такая вещь, которая очень прилипчивая, очень сильная, очень приятная. Интересно, что как один говорил, там английский какой-то писатель, он говорил, что все, что я люблю, или запрещено, или аморально, или ведет к ожирению. То есть зло это такая вещь, которая специально сделана приятной, чтобы сохранить равновесие. Потому что добро, это понятно, это добро, это вечная жизнь, это Бог, это все. Зло, это зло, но это приятно. И вот тогда у тебя есть реальная свобода выбора. Или то, что приятно, или то, что правильно. Потому что если бы было это правильно и приятно, а зло плохо и неприятно, так кто бы его выбирал? Вообще никто. Понятно, да, идея? Сурмира. Дальше, 8-й пасук. Рефутие лешареха, вышикуй леацматеха. Вот тут очень важная вещь, в 8-м отрывке написано. Значит, Тора будет, рефут, это как рефуа, как она будет излечение для твоего живота. Шареха, это живот. Будет излечение для твоего живота, и дальше Тора будет, 8-й пасук, в шикуй. Шикуй, ляшкот маем, это напоить водой. Там переводит тоник. Тоником для твоих костей. Но шикуй это наполнением для твоих костей. То есть кости твои наполнятся жизнью. Жизнью как это самое. Теперь почему это происходит? Вообще написано, что Тора, она ослабляет физическую силу человека. Есть много интересных историй, как был такой Рейш Лакиш бандит, и он начал учить Тору, сразу у него сила упала. И Тора, в принципе, она забирает человека, его фокус внимания, она забирает из этого мира и отправляет в мир духовный. То есть в этом и есть суть Торы, что ты выстраиваешь себя на духовном уровне. И твое внимание, твой фокус внимания, твоя сила, она идет не на аспекты этого мира, а на твою духовность. Бывает, что ты можешь, например, сделать так, что в заслугу того, что я полдня там учусь, есть известная история, что хасидим решоним, хасиды тех времен, в Талмуде написано, час готовились к молитве, час молились и час выходили потом из молитвы. И так 3 раза в день. Так спрашивает Талмуд, а как же они работали-то? А говорится, тот, кто так молится, ему работать не надо. То есть у него работа его делалась без него, потому что когда он настолько близок к Богу, ему достаточно попросить один раз, и у него все происходит. Значит,
Поэтому, с одной стороны, ты выходишь из этого мира, а с другой стороны, ты можешь часть из своего, ну, из своей награды использовать для этого мира. Хотя тоже тут возникает вопрос интересный. Есть история про Ибн Эзра. Есть такой комментатор Ибн Эзра. И он вот все, что он пытался деньги зарабатывать, у него не получалось. Хотя он был, ну, там, супер-мега-духовный учитель, но вот день, с деньгами у него не получалось. Но почему у него не получалось с деньгами? Хотел ли он деньги или не хотел? Тут весь вопрос в том, что вот, как бы, ну, у нас есть, я знаю несколько историй, там одна история, он открыл магазин торговать ритуальными принадлежностями, полгода никто не умирал. Он там шел по дороге, ему, а он не хотел ни у кого брать деньги просто так, ему ученики рассыпали деньги, и он закрыл глаза, прошел мимо там и так далее этих денег. Ну, не специально, просто... И почему это так было? И возможно, возможно, я сейчас вспоминаю историю про великого-великого праведника, про Рави Исхак Зильбер, Зихроно Цадик Левраха, у которого было 30, он был один из 36 скрытых праведников, заслуг которых существует мир. И он никогда не хотел ни у кого брать ничего. Причем так до того доходило, что он говорит, вот одна из вещей, которые я себе всю жизнь не могу простить, когда он жил в Казани, там, 30-е годы, его отец болел, и он не хотел занимать деньги. Они ехали к врачу далеко, а был ближе врач, но которому надо было платить деньги, у него не было денег. И они поехали к врачу, который был далеко, тот врач был хуже, не хуже. И он говорит, я сейчас думаю, если бы я пошел и попросил у людей деньги, мне бы, безусловно, дали. И надо было мне попросить у людей деньги, потому что, ну, мало ли, может быть, из-за того, что не хотел просить, так... Рав Ицхак Зильбер, Зихроно Цадик Левраха, потом он рассказывал, что он решил это в себе, наоборот, сломать. Он подумал, что, возможно, то, что я не хочу ни от кого зависеть, это не из-за моей религиозности, что не полагайся на людей, а из-за моей гордости. То есть он все время работал над собой. И он начал конкретно ходить и занимать деньги у людей. И был год, он рассказывал, что на Рош ха-Шана я был должен там 40 людям деньги. И он говорит, а занимал он деньги, чтобы купить, выдать дочек замуж, купить им квартиры, ну, в приданное там и так далее, то есть на святые такие вещи, которые заповедь. И он говорит, и я сидел и думал, Рош ха-Шана, вот как хорошо, что я стольким людям должен деньги, потому что сейчас Рош ха-Шана, как они молятся, чтобы у меня был хороший год, чтобы я мог им отдать, чтобы со мной ничего не случилось. Как они как бы на моей стороне, то есть он умел это повернуть, но ему это было сломать себя. В Талмуде написано, что тот, кто не хочет ни от кого зависеть, ему есть на кого полагаться. В Мишле мы дальше будем в притчах, да, учить. Санэ матано тэхье. Тот, кто ненавидит подарки, будет жить. Это есть одна такая вещь. Прямо в притчах дальше будет. Но написано в Талмуде, тот, кто хочет брать у людей подарки, ему тоже есть на кого положиться. То есть, потому что был пророк Илиша, которому приготовили комнатку, одна была семья бездетная, и они ему дали место, комнатка, он всегда, когда мимо проходил этого дома, он у них останавливался на несколько дней, и потом он благословил эту женщину, у нее родился ребенок, хотя у них уже там они были пожилые, не было детей. Значит, Тора, она с одной стороны, она забирает из этого мира человека, и она его переводит в мир духовный, и это случается сплошь и рядом, я помню, когда... Один парень из Канады, была такая очень история, из Саратова он тоже, семья из Саратова, мама ученая, там папа ученый, все ученые. Сын в 20 там, лет, ему канадское правительство выделило стипендию, там гений вообще, математик, компьютерщик, ну то есть вообще гений-гений. И он приезжает в Канаду в университет, и значит там ему просто дают прям гражданство, гранты какие-то на исследования, все. И он начинает ходить в Бейт-Хабад, в университете, дом Хабада, ну, религиозное такое место. И приезжает на месяц летом в Ешиву Орсамех прослушать курс такой ознакомительный в Ешиве, что такое Тора. Приезжает он, я его видел, вот он приехал, а мы жили рядом с Ешивой, у него была типа вот такого размера, вот такая маленькая, то ли арбузик на ней был нарисован, то ли что-то. Чисто, ну, такая, для смеха. Потом это типа стало черненькое побольше, потом еще больше, больше. В общем, проходит месяц, он говорит, я хочу еще на месяц остаться. Значит, ну хорошо, еще на месяц. Проходит еще месяц, он говорит, вы знаете, я понял, что тут за месяц не разберешься, мне надо год, чтобы разобраться в Торе, это очень что-то важное, интересное, я хочу на год взять академотпуск. Приезжает его мама и бабушка из Саратова, его уговаривают, что ты делаешь, все. Он говорит, нет, я еще на год остаюсь. В общем, он остается еще на год. Потом они к нему приезжают, говорят, слушай,
все, надо ехать в Канаду, там у тебя все уже, ну, еще чуть-чуть, и ты потеряешь. Он говорит, вы знаете, я решил остаться, потому что это все не важно, это вся Канада, эти все степени, это все вообще, говорит, это эвели-вели, все это суета-сует. А что важно, Тора, и он, значит, уже в черной кипе все, женится, сейчас у него там около, ну, я не знаю, сколько, я последний раз, там, несколько лет назад было трое детей, он аврех такой, он прямо стал таким талмид-хахамом, раввином, таким прям вообще. Вот бывает такое, то есть Тора забирает как бы из этого мира, но... Восьмой пасук нам сообщается, что она при этом, она оживит тебя. Рифути ли шареха. Она будет излечением для твоих органов и наполнит твои кости. При этом ты будешь здоров. Вот, пожалуйста, Рав Ильяшев. Посмотрите, Рав Ильяшев, он, Зихрона Цадик Левраха, он был глава поколения недавно, вот предпоследний. Он умер в 102 года. Рав Штейнман, который вон он, вот на той стене, если вы видите, вот и там, вон Рав Штейнман. Сколько там написано годы жизни его? Нет, то есть он умер ему где-то 104-105 лет. 104-105 лет. Рабочий фантик тоже. Да. 104-105 лет. Это мир Ешив. Сейчас стал руководитель поколения, Рав, не помню, как его зовут, вот. Но ему 95 лет, он только заступил на должность. В 95 он только начал, представьте. Значит, понятно, да, поэтому восьмой пасук, он абсолютно справедлив. Тора будет излечением для твоего живота, ну, для твоего здоровья, и Тора будет наполнить твои кости. Девятый отрывок. Дальше мы переходим к материальности. То мы поговорили про здоровье, сейчас мы переходим к материальности. Кабет эташем меонеха. То есть, почитай Бога из своего имущества. Здесь интересно, что... Почему многие люди, они не соблюдают заповеди, не соблюдают шаббат, не уделяют этому время? Ну, работать же надо, типа, а кто меня обеспечит? Они забывают, что то, что они отдают Богу, это то, что Бог им дал. Это же, ну, как бы очевидно. И почитай Бога из своего имущества. И тут дальше эта штука интересная такая. Прямо это конкретный совет, который я, когда это изучил, начал его использовать. И вот сейчас нужно еще блинедер, я буду больше на это обращать внимание, тут интересно так. Значит, написано так, почитай Бога из своего имущества, умеришит коль твуатеха, и от первинок, от первых плодов всего твоего урожая. То есть раньше было как, когда был храм, когда начинался урожай, первые плоды, их прямо отмечали, и потом несли первые плоды, несли в храм. Это были бикурим. То есть нужно было прийти в храм, там была специальная такая церемония, как ты посвящаешь это Богу и вспоминаешь, что там прямо праотцы мои, они были там идолопоклонниками, ну и так далее. То есть целая была такая церемония, в которой ты благодарил Бога за все, начиная от тех поколений и заканчивая тем, что Он дал тебе этот урожай. Здесь нам царь Шломо дает такую экспресс-версию, такую light-демо-версию, что когда у тебя есть вот первый урожай, тебе первая какая-то принесли там зарплату, да, помните, раньше было, выставляться надо было, первая зарплата, так надо с каждого первого выставляться, только не для людей, а для Бога. Взять, что значит выставляться для Бога? Дай, помоги кому-то, дай нацдаку, помоги какому-то человеку, у которого нет возможности вообще, то есть стань для него как посланцем Бога. Бог дал тебе, ты стань для него. То есть Бог... Вы массер даете там же сразу или потом? Не, массер я даю, блин, ну, я даю потом, потому что у меня нет такого, что вот у меня зарплата там и все, то есть мне тяжело посчитать. У меня идут так как разные очень компании, источники доходов, то я, получается... Я, ну, вот все время отдаю, все время получаю, и потом подвожу какой-то итог, чтобы оно сходилось. Ну, то есть, вот таким. Потому что у меня, ну, идет все время через меня поток денег. Но здесь речь идет о другом. Здесь не о массере, а о первинке. Миколь решит вуатеха. Первая зарплата, первая, там, первый какой-то урожай, первая неожиданная какая-то там премия и так далее. Из нее возьми кусочек, здесь это не 10%, это просто... Чисто вещь, которая напоминает тебе, откуда все идет, что от Бога все. И дальше, что будет в этом случае? Десятый отрывок, и мы на этом сегодня заканчиваем. «Ве ималу асамейха сава» – «И наполнятся твои амбары сытостью». Потому что Бог хочет давать именно тем, кто помнит про Бога. Бог хочет давать тем, которые реально достойны этого.
Как дальше будет написано, и тому, кто тов бейнав, то есть тому, кто хорош в его глазах, он дал там все, и почет, и деньги, и все, как про Мордыхая. Так вот, 10 отрывок. И наполнятся твои амбары сытостью, ветерош и кавейка и фроцу. И виноградный сок, вино, виноградники твои просто будут взрываться. То есть тот, кто, дай Богу, из его, как есть пертевод, это же самое написано пертевод другими словами, написано так, «Тен ло мишело, шата вашелха шело». Дай ему из его же, из Бога, потому что и ты, и все, что твое, его, он же тебе все это дал. И также царь Давид, он говорил, «Кимиятха аколь, из твоей руки все, умиядеха, из твоей же руки, и натнулах, отдадут тебе». Только Богу-то ничего не надо. Богу надо, чтобы выполнялись его заповеди, чтобы ты... То есть тут такая красивая штука, что ты отдаешь, и ты же зарабатываешь. И чем больше ты отдаешь, тем больше ты зарабатываешь. И в духовном плане, и в материальном плане, и во всех планах. Поэтому мы сегодня выучили очень интересную вещь, что Тора даст и здоровье, и деньги. И как это делать? Значит, просто учить Тору, повторять, делиться Торой. Поэтому заходите на портал vaikra.com, делитесь прямо его в закладке, читайте статьи, комментируйте, делитесь со своими друзьями. Видео это тоже поделитесь со всеми друзьями. Книга у меня вышла, вот нет у вас здесь книги? Коэль, нету пока. Значит, книга, да, забрали уже. Книга у меня вышла вообще «В этом весь человек». Все деньги от продажи этой книги идут на портал Vaikra. То есть вы покупаете себе книжку, у вас и книжка есть, и вы знаете, что эти деньги идут на развитие Торы. То есть это вообще идеальная комбинация. То есть вы, можно сказать, что эту книжку, это ваши деньги сдати, но у вас и книжка красивая остается. Все, друзья, значит, служим Богу, учим Тору, и чтобы все были здоровы, счастливы, богаты. Все, всем пока. Буд шабас. Шабас шалом.